Даниил и Арина уже несколько лет не тратят деньги на еду. Молодая пара фриганы питаются тем, что найдут на мусорке. Вот тебе и еда. Ну, смотрите, плесени нету. Ребята оба зарабатывают, но деньги тратят только на поездки и съем квартиры. Даже одежда, которая сейчас на них, вся найденная или подаренная.